нужна. Ну и что, мужики, спонсорские денежки обарабанили? Ну? А теперь давай до души. Эх, хорошо. Ребята, ребята, смотрите. Бабочка. Ой, не моя маленькая. Руки убери, Бен. Да она ж пьяная. Слушайте, какой город, да? Какой город? Да, была у меня одна местная родительница. Что? Да что ты знаешь о женщинах, шкет? Понимаешь, старик, во мне же главное не размер, а умение мною пользоваться. А ты что надо мной смеешься, а? Ты что, самозлобу, да, нашел? Ты еще у меня об этом пожалеешь. Ты мне все же старикарство работать будешь, понял? Ты не будешь на коленях стоять, прощения проси. Мечты, мечты. Мечты! А вот вы хотите ездить на иномарках? Да! А вы хотите роскошно одеваться? Да! А вы хотите жить в шикарных домах? Да! Так почему же вы не платите налоги? Ну, потому и не платим. Да. Ребят, поздравьте меня! Я владел методом самовнушения, с помощью которого можно полюбить даже тещу. Видали? Талантище! Да! А то вот тут некоторые говорят, что у нас в Челябинске совершенно нету рэпа. Покажи! Вы только посмотрите на него! Ну какая рэпа! Или вот! В последнее время у Ивана Ивановича постоянно открыт рот. Когда он работает, когда он спит, когда он отдыхает. Просто Иван Иванович... Идиот! На шоколадку! А я же еще один смешной случай вспомнил! Ну! Когда я еще пешком ходил под стол... Вспомнил! Когда это было? Вчера! Это, слышите, ребят, вы после выступления там микрофончик не выбрасывайте только, ладно? Конечно, конечно! А, спасибо, сынок! Дай Бог! Да не расстраивайтесь вы, все еще у него будет хорошо. И не только у него, а у всей России, потому что наше правительство любит свой народ. Да? А почему же оно тогда народу зарплату не платит? Понимаешь, когда за деньги, это уже не любовь. Широка моя держава необъятная, веселится и ликует весь народ. Наташа Залипову, быстренько прикрыли меня. Быстро, быстро, быстро. Поздно все заметила. Здравствуй, Наташа. Здравствуй, Юля. Ну и что, что год я тебе не звонил? Какое кольцо? Ну это кольцо мне Миша дал. Разноси. А я нашел. Юля, я у музыканта взял. Шел, ушел и нашел. Вообще нам эти кольца вообще так. Ребята, мы в Сочи. Мы знаем. Нет, вы еще не все знаете. Местные уже приходили. Что сказали? Ничего не сказали, но на словах просили передать. Женатых бить не будут. Ребят, вы постойте, а я сейчас тут быстренько. Хотя бы раз в год ей позвонить, ну, или написать, ну, может.
я не писал. Я болел. Ангиной. Два раза. Игорь, ну ты же песню написал. Ну ты же написал. Ну точно, спасибо, ребята. Лена, специально для тебя песня. Я люблю тебя, Марина, все сильней. Вставай, слабак. Вставай. Вставай. Вставай быстро. Вставай. Я не встану. Вы знаете, кто у него отец? Кто? Кто? Кучма, что ли? Кучма. Бери выше. Кучма на ходулях? Ребята, только что с такой девчонкой познакомился. Это просто какой-то. Ты сейчас кафешку съедем. Подожди. Ты или дуди, или рассказывай. Не, я лучше подойду. Ну что? Нецелованные есть? А ничего, что в зале девчонки сидят. Вы прослушали обращение Ивана Царевича к лягушкам. Постойте! Зиночка, это просто футбольный фанат, да? Давай сюда, чтобы быстро сюда. Мы ведем репортаж чемпионата мира по футболу. Остается 2 минуты до конца матча. Счет 0-0. Ребята, нам нужен гол. Нам нужен гол, удар! Гол! Нам нужен, нам и забили! Посмотрите, ребята, они засмеялись. Вы нас простили, девчонки. Спасибо. Для команды Донецка от девчонок, сидящих в 17-м ряду, с наилучшими пожеланиями звучит эта песня. На вечеринке лучших друзей ты танцевал с подругой моей. Этого фестиваля. Поэтому вот смотрите, не надо. По данным соцопроса на вопрос, что вы делаете после 23.00, 99% ответили «да». И только 8 сказала «нет». Но мы подумаем. Всего один раз в год ты не едят армяне, когда монахи строгие сидят полночи в ресторане, когда ковбои и бродяги сидят у тонкого соседа, когда сибирские девчонки целуют харьковского деда. Коровы на льду.
пошел. Леха. У меня дома собака не кормит. Да ладно тебе, ну завтра покормишь. Хотя, днем раньше, днем позже. Полгода ж как-то продержалась. А давайте покажем деревенскую зарисовку. Годится. Значит так, тихо украинская ночь, на сеновале слышны голоса. А ты меня любишь? А ты меня поцелуешь? А гроши в хату на ты не будешь, а? Да Петру, ну что ты как баба? О, записка. Исполните, пожалуйста, монолог Катерины из пьесы Островского «Гроза». Легко. Катерина! 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 Здесь я. Господи, как дети? Как дети? Ты уже монолог давай! Я чужая на этом празднике жизни, и поэтому испорчу его как смогу. Отчего люди не ползают, как червячки? Отчего люди не несут яйца, как куры? Отелло, Отелло, не сегодня у меня болит голова. Отелло, на шею не дави, не дави на шею. Браво! Браво! Как кто еще что умеет? Я умею читать задом наперед. Чем-чем? Ты там читать умеешь? Так вот, а почему у футболистов спортивные трусы короткие, а у хоккеистов длинные? Ну так в хоккей играют настоящие мужчины. О-о, смотри, мужик в зал с клюшкой пришел. Ха. Мужчина, специально для вас и для вашей клюшки сценка «Трусы играют в хоккей». Извините, а тут шайба не часто летает? Нет. Ну тогда я тут постою. Ну стойте. Что? Страшно? Андрюха, а ты когда-нибудь шайб видел? Смотри. А нас телекамеры нас снимают. Мальчики, на пацанов не оборачиваемся. Ай-яй-яй! Хочу, что все женщины на земле поумнели. Господи, тишина-то какая! Потолковка пошла! Забирай свое и беги, беги, беги. Уходи свои ноги, ноги, ноги. Чтоб на них надеть руки, брюки, брюки. Уже отрасти руки, руки, руки. Идите сюда. Давайте не будем долго говорить. Начните с расстегивания вашего платья. Нет, нет. Повернитесь. Делайте это нежно.
Теперь снимайте чулочки один за другим. У меня их нет. Хорошо. Теперь танцуйте. Нет, нет, нет. Танцуйте сексуально. Идите сюда. Делайте это медленно. Повернитесь. Делайте это нежно. Повернитесь. Хорошо. Делайте это медленно. Делайте это нежно. Хорошо. Хорошо. Ну и что вы думаете, что это был голос нашего спонсора? Вот кто это был! Поздравляю! Поздравляю! Десятый раз накололись на одной и той же шутке. Значит, подколол, да? Значит, все сначала, да? Так, не волнуйтесь. Короче говоря, у меня есть гениальнейший текст для вот этого задорного парня. Открывай наше собрание. Хорошо. 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 А 20 слов подряд хорошо, немного ли? Че, подкололи, да? Это разве подкололи? Вот раньше шутили. Собираются пацаны в русскую рулетку играть. 5 патронов газов, 1 боевой. Ну всех пацанов раскумарило. Одного вообще убило. Здорово, да? Домой хочу. Дома хорошо, жена кофе в постель подает. Интересно, кому? Мне мама из дома звонила. Дома хорошо, но холодно. Даже собаки замерзают. Да нам-то людям что? Мы по-своему греемся. Ноги в руки и пошел. Алло? Кому татар? Кому татар? Кому татар? Батька, тебе! Валерка, это ты, привет! Хорошо, что позвонил, как у тебя дела? У меня все в порядке, ну все, пока! Ты Валерку подколол, да? А он, может, на последний жетончик позвонил? Деньги хотел попросить, чтобы с крайнего севера уехать! Да с чего вы взяли-то, господи? Да потому что нам он звонил на предпоследний. Купился, да, купился! Какое круговое издевательство! Вот я своего ребенка повел в балетную школу, отказали. Повел его на баскетбол, тоже не взяли. Я вот что подумал. Может, у себя ставить его? Да жизнь смеется над нами. Вот я прихожу к любовнице. Ну, она меня накормила, напоила, и тут бац, звонок. Ну, муж, мне бы форточку или через балкон уйти. А меня что-то разморило. О, Маша, ну что, купил елку, а? Жаль, что никто так и не увидит, какая красивая у нас получилась елка. Подколол, да? Ты не их подколол, ты меня подколол! Ты подколол того, кто вас всегда вытаскивает! Кто? Облагораживает! Кто облагораживает ваши сценарии? Кто? Глупости, нелепости! Глупости, нелепости превращает в цветы! Цветы он превращает! Ну иди сюда, сейчас попробуем, давай! Уши! У широкой реки ты стоишь. Курва! Курва рует в ночи, а ты спишь. О, сплюну! Сплю, но только без вас, милый друг. Вымрат! Мы мрачней от разлук. Теща! Теща! Облагородил! Сдержался! Да ладно, чё вам, ребята, ссориться? Ну вспомните, как вот мы вместе американцев подкололи. Вы в курсе, что у нас в России ежегодно добывается до 100 тонн алмазов? И что вы с ними делаете? Стеклорезы.
Америке в каждой десятой семье есть бриллиантовое колье. А у нас в России стеклорезы в каждом доме. Здорово, да? Здорово подковали. Главное же правду сказали. Давайте еще раз скажем правду, а? Давайте. Вот помните фильм, да, «Белое солнце пустыни»? Там еще стоит такой вот так вот по горло, в песке зарыто. Так вот он стоит на плечах нашего Кольки, вот. На ушах он у меня стоит. Неважно. Ну, видите, как все здорово получилось. Давайте теперь всегда говорить только правду и еще раз только правду. И тогда мы сами все станем красивее и добрее. Ведь Бог создал нас по образу и подобию своему. А кого-то он просто подколол. Хорошо, когда в море качать, вдруг дельфины начнут улыбаться. Очень вовремя мы родились, а точнее, 19. Чищая на солнечный пляж, возвращаясь на снегохранилище. Сейчас, внимание! Что такое? Под Галимар! Ну, давай! Всех унивы с нами Василий. И забрюзы фантазеры, хоть и просит тарифма другая.